помойкой и увлажнитель в одном устройстве со встроенным гигростатом и ароматизацией воздуха. В этом видео посмотрим на мойку воздуха Stadler Form, модель George G005. В комплекте с устройством идет сетевой адаптер, антибактериальный картридж и документация. Перед нами напольная мойка для воздуха. Она устанавливается вертикально. Ее размеры 32 на 42 на 21 сантиметр. Устройство достаточно компактное, весит около 5 кг. Для переноски есть ручка на корпусе. Мойка работает от сети, при минимальном режиме потребляет 3 ватта, при максимальном 23. Устройство подойдет для помещений площадью до 60 квадратных метров. Сухой и грязный воздух прибор засасывает через круглое отверстие с сетчатым фильтром грубой очистки сбоку. Воздух проходит через вращающийся барабан с фильтрующими дисками и воду в поддоне и выходит чистым и увлажненным через верхнее отверстие на корпусе. Максимальный объем заливаемой воды – 3,2 литра. Вода и фильтры задерживают внутри частицы пыли и аллергены. Внутри также есть небольшой резервуар для добавления аромамасла. Панель управления здесь кнопочная, почти незаметная. Кнопками можно включить и отключить прибор, выбрать режим интенсивности очистки воздуха, уровень влажности, поставить режим авто или приглушить яркость подсветки кнопок на время сна. На низкой мощности ее удобно использовать ночью. Мойка работает почти бесшумно. Благодаря встроенному гигростату прибор поддерживает 3 режима влажности. Если вода в поддоне закончится, на панели загорится индикатор. У мойки есть режим самоочистки, но для этого пригодится специальное средство. Оно продается отдельно. Комплект дисков и лоток можно мыть в посудомоечной машине. Подведем итог. Эта мойка очистит воздух в помещении от пыли и аллергенов, увлажнит его и добавит приятный аромат. Устройство не занимает много места, но при этом подходит для больших комнат. У мойки широкий набор настроек и энергоэффективный мотор, благодаря которому мойку можно оставлять включенной круглосуточно.